Прокуратура Чаваш Патшалых университетчинка нашей филиалин директорин членя Борис Волков тележпе айплав подемлядим не щереплетня, а зальдереть прикажал, щургуне онын ишпюлемне Ергей Хуралчизем Ухтарнича. Ерге Хуралчизем пюлеме жаказан директор жүрекші ғалзагайман. Ухтарма дыдын занда хирешлемедіна. Унделешпе прокурор дуны ижын вагдартма ғытна. Анжақта вартынлығы Борис Волкован кабинетін жек буданна. Оперативник сен перегет кінегізене Турция еліне. Банкрабуре унын виже жерде пар миллион денге яғын ұпыранна. Укшана пыдым беғал істлене. Чуваш Патшалық университетчин Канашри филиален директор бұныскер, Россия Федерацияң уголовлы кодекзен, үкшердіғыр вуның мәштатебе вуны эпизодпа взятка еліне жын, тада уголовлы кодекзен шыралдығыр мәштатин виші мәштазебе виже эпизодпа айпланайд. Следствие жүгіжібе игібінде шитчимыш вуны кіміш жылзенже, айпланаган Канашра экзамензенбе зачет семдітма болышны жын, шитмілі яғын студентран твачыр выдрабин денгелях, игибинде вун 2-шылги сентябрбе вун 5-шылги январы уйгизенже, утмылдығыр студентран вишер выдрабин денгелев взятка иліне. Варензе дуаган вун доғыр жамырквара директор гамылне укша барза жирлақтарма гелішмен. Унзарбышне Борис Волков игибинде шичимыш вун 2-шылзенже, филиалын пер студентинжен паман зачет па экзамен жын алдығыр бин денгеліне. Шанбеге следствие управлениен жуғжебе, игибинде вун 2-шылда ЧПУН Канашри филиалын директоре, виже студентран зачет сене бама Машкан, Патшалық пыдемледю аттестация не дыт Машкан гиме, ундва дыбин деньги, шаунбеге хабат шимеше регильня.